Житель Канска совершил две кражи, в числе которых имущество пенсионеров. Выяснилось, что сначала мошенник орудовал по-мелкому, украл 110 метров сетевого кабеля и сдал в металл. Спустя месяц ему на глаза попалась плохо запертая квартира. Проследив за жильем, он понял, что там никто не живет и решился на ограбление. Однако одному ему было не справиться. Своим знакомым он сказал, что это его квартира и попросил помочь с переездом. Они вынесли всю бытовую технику, которую впоследствии мужчина продал. И сдал в ломбард. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Канска и возбудили в отношении него два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». По итогам расследования материалы уголовного дела и одного, и другого вместе с обвинительным заключением были направлены в суд. Суд учел рецидив совершенных мужчиной преступных деяний и приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.